Всем привет! Сегодня рассмотрим разминочное рывковое упражнение «Рывковая протяжка в низкий сет». Исходное положение такое же, как и в рывке классическом, за исключением того, что ноги ставятся чуть шире, так же, как вы разбрасываете в низком седе. Это нужно прежде всего для того, чтобы исключить прыжок во время выполнения упражнения и освобождения от помоста, так как это протяжка, а не какой-то из видов рывков. В первой фазе движения, а именно в тяге до колен, постарайтесь задать хорошую скорость снаряду. Как только снаряд прошел колени, сопроводите штангу характерным движением локтя вверх, а сами садитесь в низкий сет навстречу снаряду. В этом упражнении не стоит, как в классическом рывке, заводить штангу близко к бедру или к паху. Главный смысл – научиться использовать наименьшую высоту для ухода под штангу. Не стоит пытаться выполнить протяжку в стойку плюс приседания. Также не рекомендуется выполнять прыжок под штангу, освобождать от помоста. Еще раз обратите внимание на все основные фазы выполнения данного упражнения. Данное упражнение хорошо формирует стартовую скорость, а также правильное сопровождение снаряда руками после подрыва и является отличным разминочным упражнением. Благодарю вас за просмотр. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки. Задавайте вопросы в комментариях. Для вас это секундочка потраченного времени и один клик мышкой. А для меня огромная мотивация делать познавательный материал и помогать вам разбираться во всех тонкостях тяжелой атлетики.